Мой прадедушка Владимир Шевченко был по званию генерал-майором, был летчиком, и я им очень горжусь. Я очень горжусь своим прадедом. Он участвовал в 4 войнах, и во всех он выходил героем, он был самым лучшим для меня. И об этом, о всех его войнах рассказывают мне папа, бабушка, мама. Мне бы очень хотелось, чтобы наши дети равнялись на наших дедов и отцов, чтобы они жили так же честно, как наши фронтовики. Сегодня мы с семьей здесь, на Аллее Героев. Это священное. Да, это традиция. Мы всегда в канун 9 мая, либо 9 мая, мы, конечно, посещаем могилы наших дедов, ветеранов Великой Отечественной войны. Приходим сюда на аллею, потому что это священное место для всех волгоградцев, а для нас особенно, потому что на этой стеле выбито имя моего деда. Вы знаете, многое о человеке говорят его друзья. Друзья моего деда – это Виктор Хользунов, это Яков Смушкевич, это летчик Лакеев, это летчик Кравченко, дважды Герой Советского Союза. Это люди, с которыми его свела судьба. Они воевали сначала в Испании, потом Ханхенгол, потом Финляндия, потом Великая Отечественная война. Здесь, на Сталинградской земле, он командовал смешанным авиаполком, командовал дивизией, которая носила гордое имя Тильзитская, была удостоена ордена Кутузова, ордена Суворова. Он командовал ей со дня основания. В Испании совершил 156 боевых вылетов, за то, что был награжден Героем Советского Союза и получил золотую звезду номер 69. То есть это первая сотня героев Советского Союза нашей страны. Конечно, это были люди особой породы. Это люди, которые ничего не боялись. На самом деле ничего не боялись, за что многие и страдали. Так друг моего деда Яков Смушкевич, дважды Герой Советского Союза, был расстрелян за 2 недели до начала Великой Отечественной войны. Лишен всех званий. Конечно, после 1953 года, в 1954 ему все вернули. Мой дед дружил с этими людьми. Ведь они были близки с Хользуновым, близки с летчиком Серовым и Полиной Осипенко. Когда случилась трагедия, и Осипенко, и Серов разбились, то на похоронах на Красной площади гроб Полины Осипенко вместе со Сталиным нес мой дед. Это, конечно, я видел эту газету за этот день. Газета «Правда», он говорил речь при трибуне Мавзолея. Мы, жители Волгограда, жители России, мы всем обязаны вот этим людям, имена которых высечены на этой стеле. Те, которые лежат безвестные на Мамаевом кургане, на Лысой горе, на острове Людниково, да и вообще на каждом квадратном метре нашей Сталинградской, Волгоградской земли. Ну, насколько я знаю, я, конечно, знаю только по рассказам мамы и бабушки, и своих тетей, и дядей. Он был очень человеком таким, очень простым и очень правильным человеком. Абсолютно бескорыстным человеком. Человек, который действительно мог отдать последнюю рубаху, который мог подарить случайно знакомому человеку снять и отдать свои часы. Мог, такие поступки в мелочах, да, вот человека определяют. И вот для нас, конечно, для нашей семьи это герой, это наша гордость.